Мороз не омрачил праздничного настроения собравшихся, а согреться можно было кашей и горячим чаем из полевой кухни. Традиционную красную ленточку на входе вместе с директором нового строительного рынка перерезал первый заместитель главы администрации округа Альберт Гравин. Этот рынок строительных материалов появился на муниципальной земле, что стало примером конструктивного сотрудничества власти и бизнеса. Здесь сделано все, чтобы работа предпринимателей была комфортной. Снабжение есть, то есть все канализование, есть. Ливневая канализация, да? Да, водоснабжение, водоотведение, тепло, все есть у нас. Очень надеемся, что у вас все будет хорошо, потому что когда у бизнеса хорошо, значит вокруг все хорошо. Место для открытия рынка выбрано не случайно. Вокруг масса новостроек, и теперь у жителей будет возможность сэкономить время в поиске необходимых строительных материалов. Сегодня открываем комплекс, который, вот, как мы уже увидели, это строительный комплекс на площади больше 9 тысяч квадратных метров. С учетом того, что в нашем муниципалитете динамичное строительство, для нас было очень важно, чтобы наши жители как из старого города, так и из новых новостроек могли прийти и приобрести те материалы, которые необходимы в повседневной деятельности. Кроме того, новый комплекс – это дополнительные рабочие места. Сейчас здесь трудятся 250 человек, многие жители округа. Когда рынок начнет действовать в полную силу, здесь будет порядка 400 вакансий. Ну как, начало старт. Заезжает кто-нибудь уже или нет? Да, продажи уже были, буквально сегодня продажа была. Были, да? С утра уже постоянные клиенты есть. Мы желаем вам успехов. Спасибо. То есть где-то развивайтесь, спасибо. Пожалуйста, дарите. Не забывайте про наших ветеранов. Какие-то скидки новогодние или что-то такое, дисконты. Обязательно. Предприниматели отмечают, что вести бизнес в Ленинском округе очень удобно. И занятие это взаимовыгодное для жителей, ведь налоги идут в местную казну. Мне здесь комфортно, удобно, близко, сам здесь живу. Ну, администрация помогает чем-то? Администрация, благодаря администрации, мы двигаемся вперед. Друг друга с поддержкой двигаемся. И все индивидуальные предприниматели у нас все стоят здесь на налоговой, 14-м. Кроме строительных материалов, на первой линии представлены предприятия питания и услуг, кафе, парикмахерские, продуктовые магазины. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.